Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. Это игра снова Runner. И я, в общем-то, как бы прошел обучение. И теперь нужно дальше чем-то заняться. У меня есть три автомобиля. Причем один так себе хреновый, я бы сказал. Но они сами так написали, что шоссейный грузовик не самый лучший вариант. Другой, ну, вообще ни о чем. Что есть он, что нет. Но оба этих грузовика я открыл. Из всех этих трех грузовиков почему-то самым лучшим оказался вот этот. Он лучше проезжать по грязи, чем эти два грузовика вместе взятых. Но его дали нам сразу для исследования карты. И это самое первое, что нам приходится делать. Открывать наблюдательные вышки. Кстати, я там нашел какое-то улучшение. Я не обратил внимания во время обучения. И надо бы на него добраться. Соответственно, открыть оставшиеся вышки, которая есть на карте, тогда она будет полностью подсвечена у меня. Я могу, кстати, перейти и на Аляску. Ну, к слову, я здесь на Мичигане нахожусь сейчас. Но я могу перейти на Аляску. Я тоже могу там же пооткрывать. Но что еще я обратил внимание, почему мне надо поездить пооткрывать, находить улучшения. Дело в том, что вот тут, если глянуть в тюнинг, то у нас вот двигатель, коробка передач, подвеска. Вот тут у меня серийная, есть высокая. Но это же лучше же по бездорожью-то. Ну а чтобы открыть эту высокую подвеску, нужно исследовать Мичиган США. Шины. Я могу сейчас купить вездеходные, и вроде бы как бы да. Они будут получше. Может быть, сразу стоит купить, не знаю, но сейчас подумаем. И есть внедорожные. Для разблокирования нужен уровень 4. Осталось 4150. Ну, такие шины явно будут получше-то. Эти, кстати, без подвески можно разблокировать и установить шины. А вот следующий нужно соответствующую подвеску, то есть высокую поставить. Можно, вот, кстати, сразу покрасить ее, пока здесь мне нравится такой крас. Однотонный не нравится, а вот какой-нибудь другой поинтереснее я бы взял. Ну, вот пусть будет этот. Применю цвет, это бесплатно. Нормальный такой кофейный цвет. Но вот в магазине грузовиков, если исследовать, то нужны скауты. Соответственно, вот Chevrolet, который у меня есть, стоит он 11300. Он, кстати, продается же за эту же цену. Этот я что-то не пойму. Какой-то он странный, если в описании почитать. Ну, это небольшой грузовик. Используется преимущественно на почте. Что-то он мне не нравится. А вот Hummer, обратите внимание, для доступа к этому автомобилю нужно исследовать мир. И вот. Я не знаю, на какой карте будут находиться вот эти два автомобиля. Но, тем не менее, вот этот, если находится на этой карте, то его можно получить. Мне он тоже нравится, по крайней мере, внешне. Но если по описанию, классический автомобиль 60-х. Одна из первых моделей с полным приводом. Легкая универсальная машина с безграничными возможностями тюнинга. Отлично чувствует себя вдали от цивилизации. Один из лучших вариантов поисково-спасательного средства. Ну, а Hummer? Ну, это Hummer. Любой из них этот все равно, наверное, будет лучше, чем вот этот. Ну, а все остальные, как я понимаю, это наши. Тем не менее, вот можно, наверное, все-таки попробовать купить шины какие-нибудь из этих, какие-нибудь получше. Здесь стоят шоссейные. Все-таки, наверное, купить вместо шоссейных какие-нибудь вездеходные. Ну, наверное, я вот эти возьму. И будем надеяться, что мне повезет. Кстати, тут можно и диски поменять. Ну, только всего их двое. Давайте вот этот поставлю, это бесплатно. Так, вот я вышел из гаража. Это Мичиган, как я уже говорил. И нам надо теперь провести разведку боем. На карте я уже сразу отмечу, наверное, место, куда я проследую. Это где-то я видел здесь улучшение на карте. Вот. Здесь. Это недалеко от ЗС, и мне придется хорошенько попотеть в этом плане. Ездить. Ну, в смысле, по бездорожью поездить. И здесь где-то у меня была по пути вышка. Ну, естественно, по пути надо вот прям видно здание. Нет, наблюдательная вышка. Здесь, здесь, здесь. О, прям рядом. Она как раз по пути к нашему улучшению. Дальше я не буду ехать этой вышки. Но разве что, если тут какое-то улучшение рядом будет. Я потом вернусь и проследую следующим путем. Ну, вроде бы каких-то особых вещей в плане езды по этой дороге с новыми шинами не заметил. Ну, здесь дорога, в принципе-то все равно. Тут самое интересное начинается, когда ты в грязь заезжаешь. Вот это да, вот это самый веселух. А все остальное это мелочи. Тем не менее, эту машину можно апгрейдить и апгрейдить хорошо. И, кстати, я, по-моему, зря вот здесь поставил. Ну, я ладно, я удалю.
вот эту метку. Потому что, блин, я там не хочу ездить вообще в целом. Просто потому, что там слишком глубоко. Хотя, в принципе, как я понимаю, вот этот-то пикапчик там и проедет, в отличие от тех грузовиков. Но я все-таки лучше здесь проеду, потому что здесь все-таки по суше. Вот. Ну, мелкие деревья свалил. Так, конечно, нужно аккуратненько объезжать все это дело. И будет супер гуд. Все отлично, супер гуд. Только в грязь не надо. По-моему, я все-таки вперся в грязь, да? Да. Ладно, это все дело житейское. Мы можем включить полный привод и погнали. Вот грузовики-то без полного привода. А здесь, пожалуйста, включил полный привод и вперед. Вот, мы выехали, все отлично. Здесь, наверное, кстати, оставить надо пока полный привод, потому что здесь все еще грязно. Ну, по крайней мере, я говорю, вот что именно из-за того, что есть полный привод на этом автомобиле, он лучше, чем эти два грузовика вместе взятых. Но те на халяву достались. А этот тоже, в принципе. Но если я что-то еще найду интересное, это будет гораздо лучше. Я в магазине посмотрел, кое-что отобрал для себя. В принципе, те грузовики тоже можно улучшить, поставить также колеса внедорожные или вездеходные. И они будут как бы получше, проходимее. Но нафига? Гораздо проще их продать и купить что-то. Но с другой стороны, зачем покупать что-то, если, например, я это могу найти? Вот я поэтому и решил все-таки исследовать. Тем более карту нужно проходить, тут какие-то задания выполнять. Ну и до кучи еще можно будет здесь открыть всю местность. И до кучи еще можно будет слетать на Аляску. Может быть, там что-то интересное дадут. На Таймыр. А уж потом какие-то работы выполнять. Вот в этом плане игра очень интересная. Блин, опять я въехал. Ладно, надо змейкой там как бы ездить. Вот и выехали. Ой, полено тут лежит. Проеду? Проехал. О, по полену даже очень хорошо прошел. Стоп, я куда приехал-то? Пока болтал, забылся, да? Да, возвращаемся. В общем, тут как раз вот таки интересно. Ты можешь и работы выполнять, и тебе исследовать надо все. Но, скорее всего, в плане исследования это самое первоочередное, что нужно делать. Ну а дальше там уже спокойненько проходить, шаг за шагом, выполняя задания. Тут разные задания, поручения есть. В общем-то, в этом плане прям отличная игра. Ага, вон вышка. А я точно, я здесь был. И здесь я застрял. Вот только как тут вот, где бы лучше проехать? Слева или справа? Как по мне, по-моему, все-таки лучше справа. Не знаю. И я, как всегда, выбрал самый лучший путь, в кавычках. Так. Ну, давай, давай, давай. Не хочет. Так, давайте попробуем лебедку. Получится, нет? Получается. Это хорошо. Давай, 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 давай. Вот. Вот. Да, с этой стороны все-таки будет получше проезжать. Но походу так и придется только с лебедкой от дерева к дереву путешествовать. Ну, может быть, вот тут вот я вот это дерево-то зацеплю. Хотя это, по-моему, не дерево даже. Будем надеяться, что это нам поможет. Да, это нам помогает. Вот. Доезжаем до дерева. Так, это мы цепляем. Получится у нас сейчас выехать или не получится? Так, надо нам вот пониженную передачу сделать. Так, вот эту
сторону надо сюда зацепить. И вот таким образом. Да. О. Так, а может быть тут еще как-то вот так вот можно? Да, можно попробовать, почему бы нет. Вот к этому дереву зацепил. Это надо с другой стороны выбрать вид. Вот. Включаем ребятку и уже свой зад пододвигаем. О. Фух. Больше я тут ничего не сделаю. Так, теперь надо как-то вот аккуратненько прям вырулить. Давай. Другим автомобилем воспользоваться, легко сказать. О. Погнали. Дерево свалил, но выехал. Ничего, нормально. Главное, я теперь... А, я перестегнулся как-то. Давай попробуем. Экономно. Так. До вышки осталось совсем чуть-чуть. О, блин. Ладно, погнали. Аккуратненько, аккуратненько. Мне надо как-то вот, наверное, вот к дереву слева проехать. Люблю такие загадки. Природа, блин. А смотри-ка, он нормально ездит, если так вот аккуратненько колесики-то передние влево, вправо. Но, блин, все-таки это не вездеход. Конечно, Хаммер был бы лучше, но что есть, то есть. Как говорится, что имеем, то тем и пользуемся. Плакать мы не будем, я на дерево наехал, да, нет? О, слушайте, тут с деревом-то прям как удобно получилось. Молодцы, кто сюда бревен повалил. Лягушки квакают, обалдеть можно. Я только что обратил внимание, что тут лягушки квакают. О, вышка, вышка. Вот мне надо как раз сейчас надо будет на правую сторону перескочить. Получится, нет? Да, получается. Отлично. Если я сейчас доеду до этой вышки, блин, мне надо обратно будет возвращаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Тем не менее, вот она. Давай, ползи. Ну вот. Вроде бы нормально все, да? Все. Нифига себе, подождите-ка. Поручение – это, как правило, несложные задания, при выполнении которых можно найти новый маршрут и объект, а заодно подзаработать. Поручение открывается при исследовании местности. Обнаружены новые задачи. Что-то там у меня писалось, что у меня и скаут какой-то обнаружился, и еще что-то. Но мне надо проехать к улучшению. И я, пожалуй, вот здесь остановлюсь, потому что здесь есть один поворот. Это во-первых. И можно вот здесь вот так вот в объезд. Ну, наверное, все-таки вот в этот поворот будет удобней заехать. Ну, кто его знает. Все, я доехал до нужного места. Вот этот поворот. И сейчас отмечу путь уже до самого улучшения. Ты куда поехал? Ты что, с ума сошел, что ли? Тихо. Надо лужу объехать. В столб не надо. И машина целая нужна. Поехали. А, лужу можно даже объехать. Это даже очень хорошо. Я все думаю, там, ну, периодически мысль закрадывается, что на этой машине не получится. Так, надо включить привод полный. Эй-яй-яй-яй-яй. Сейчас опять придется, ну, как-то... Дотягивается хорошо. Прям прелесть. Вот трудный участок пока был. Все, здесь уже в горку. Слушайте, ну это, блин, нечто. Так, давай. Только... блин! Какая боль. Ну ничего.
Я надеюсь, что это не сильная травма для моего старого пикапа. Тем не менее... Ух ты, блин, сколько камней-то навалили. Не ломай. Иди, твою мать. Взял полегче дорогу, называется. О, не-не-не, я протиснулся все-таки. Блин, обалдеть можно. Надо же. Да. Смотрите, он все-таки едет. Он умеет ехать по такому бездорожью. Ехать. Ездить. Ну ладно. Так, а теперь поворачиваем. И... Ой-ой-ой-ой. А вообще, в принципе, я бы сказал, что он весьма даже... В принципе, бодренько идет. Я думал, тут вообще будет полный пипец. Нет. Держится. Не из последних сил, но все-таки идет. Идет. Потихоньку идет. Молодец, красавчик. Давай, тащись. Опаньки. Ух ты, блин. Да, выбрала себе дорожку. Хотя, если постараться, то, может быть, я и сумею протиснуться. А может быть, нет. Может быть, этот мой выбор был не самым лучшим. Нет, не туда. Это, блин. О, фига себе. Послушайте, тут такая вещь. Вы это видели? Он из такой жопы выбрался. Блин. А давайте-ка я лучше обеду, нафига мне это надо? Пусть здесь хоть камни, но он есть такой маленький и вроде бы даже удобный объезд. И мне кажется, я надеюсь, мне правильно кажется, что я туда все-таки сумею протиснуться и не свалиться вниз обратно. Ой, ну в коем случае ребятками воспользуемся. О, обалдеть, он прет, маленький мой пикап. Давай, выкручивайся, чувак, давай. Так, застрял, да? Так, смотрим, где тут у нас что есть интересного и полезного. Не-не-не, подожди. Так, давай-ка вот так вот быстренько цепанем. И давай. Вот. Так, отцепляем. Вот, прям прелесть-то какая. Не грузовичок это, ну, в смысле, это и не грузовичок, ну, в смысле, это прям не пикап, а монстр бездорожья. И давай, мой монстр, тащись. Ух ты, блин. Фига себе. Такой разве возможно в реале-то? Нормально, пробирайся. Да, задачка, конечно, не из легких оказалась. Но улучшение стоит того. Я надеюсь, хоть там-то следующие будут полегче. Хотя, блин, не, вряд ли. Но вот эта штука прям прет потихонечку. Давай. О-о-о, тут уже попроще. Движемся. Верной дорогой идете, товарищи. И главное дело не свалиться с этой дороги-то. Хотя, учитывая, как он взобрался... Ух ты, тут еще даже домик какой здесь. Хотя, учитывая, как он бодренько забрался сюда. Что тут за улучшение у нас? Так, дай-ка я заеду, мало ли что там. Вот. Надо заглушить двигатель, а то он бензин потратит. Давай. О! У меня высокая подвеска есть. Так, я теперь могу и колесики, наверное, да, получить. Так, а теперь давайте посмотрим, что же у меня там есть нового. Ну, вот теперь уже супер-пупер. Я это, естественно, установлю. Так, а шины какие-нибудь новые? О, смотрите-ка, у меня вездеходных шин сколько открылось всяких прям. Во, на трассе хорошо, на по бездорожью средний, в грязи средний. Прям на выбор можно выбирать любой, какой нравится. Нужен вариант, чтобы и в грязи хорошо было. А все остальное можно и средний вариант. Да, вот эти я, пожалуй, оставлю себе.
Да, я куплю, да, я потрачусь, но куда деваться? Зато у меня теперь есть возможность пробираться через более высокие, так сказать, ебеня. Преграды. Ну или глубокие. Автономной, легкой, но я ее не смогу купить. Тем не менее, какой интересный джип у меня получается. Прицел свободный, подключаемый. Но это все находить надо, вот эти улучшения. И пока я эти улучшения не найду, у меня будет немного ограниченный он по своим возможностям автомобиль. Крыша кабины, маячковые огни, клаксон наружный, это нафиг не нужен. Ну вот этот поинтересней. А кстати, да почему бы нет? Мы потом продадим его, и все будет супер-пупер. Буксировочные петли. Зачем нам буксировочные петли? И в серийном. Ладно, это я уже не буду, это я так чересчур. А вот диски, кстати, можно сменить. Да. Они все равно бесплатные. Все, покидаем гараж и смотрим, что у нас получилось. Ну, так-то в целом ничего, нормальный автомобиль. Хей. Ладно, хорошо. Прокладываем маршрут, нам нужна вышка. Какая она? Нет, нет. Да. То есть здесь нам надо как-то пробраться. Пробраться вот надо вот сюда, до этого перекрестка. И дальше опять такая же фигня. Нет, пожалуй, я это сделаю попозже. Потому что для этого все-таки побольше времени потребуется, чем пару минут. И это мы сделаем в следующий раз. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.